Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Мулюкова Асель Галеевна. Я являюсь членом приемной комиссии Южноуральского государственного педагогического университета. Моя задача вам рассказать об особенностях истории как вступительного испытания на некоторые специальности нашего вуза. Экзамен по истории проходит так, как и экзамены по всем другим предметам, в форме тестирования. Вы будете выполнять 50 тестовых заданий, которые структурированы по содержанию и по форме. 50 тестовых заданий вы выполняете в течение 30 минут в дистанционном режиме. Все задания условно делятся на три вида. Первый вид – это задания, которые называются «работа с историческим понятием». То есть вам нужно будет вписать пропущенное понятие, которое является историческим термином. Вторая группа заданий – это задания на знание дат. И третья группа заданий – задание на знание событий. Мой вам совет – не обращайтесь к дополнительной литературе во время выполнения экзамена. Вам не хватит времени, поэтому как только вы прочли вопрос, сразу пишите ответ. Экзамен по истории рассчитан на различное содержание, а значит на проверку различных тем по истории. Всего все задания охватывают условно все этапы исторического развития российского государства, начиная с призвания варягов и заканчивая 2000 годом. Поэтому обратите на это внимание, что вы встретите вопросы и по истории 18 века, и по истории России 19 века, и по истории Древней Руси, и по истории современной уже России. Поэтому вы задействуете как можно большее количество литературы, которая охватывает различные периоды истории. Во время выполнения экзамена вы можете возвращаться к невыполненному заданию. Но еще раз повторяю, старайтесь этого не делать, старайтесь выполнять задания по мере выполнения. То есть как только вам выпал вопрос, пишите сразу ответ, иначе вам не хватит времени. Каждый вопрос оценивается в 2 балла. То есть максимальное количество баллов, которые вы можете набрать, это 100 баллов. Если вы пишете неправильный ответ, неправильную букву вписали в слове, то все задание оценивается в 0 баллов. Если вы испытываете сложности в подготовке к данному экзамену, то вы можете записаться на курсы, которые проводятся в нашем университете. Цель этих курсов непосредственно подготовить вас к этим экзаменам, то вы можете записаться по телефону, либо обратиться к членам приемной комиссии. Курсы проводятся по всем вступительным испытаниям нашего вуза: обществознанию, истории, математике, русскому языку, иностранному языку.